Привет, друзья! Привет, гости моего канала! Сегодня я делаю еще один салатик. Такой интересный салатик, очень вкусный, со шпротами. Давайте сделаем вместе. Первый слой салата будет картофель, тертый на крупной терке. У меня три картофелины, которые я сейчас потру на крупной терке. Первый слой, тертый картофель, выкладываем в салатник. Две или три картошинки. Посолить, поперчить и смазать майонезом. Первый слой смажем майонезом. Следующий слой, это будет вот луковица. Мелко порезано. Лучок выкладываем поверх картофеля и тоже смазываем майонезом немножечко. Следующим слоем у нас будут шпроты. Но не целые, а примерно на три части каждую рыбку надо разломать. Вот я выложила шпроты. И также каждый слой мы промазываем майонезом. А теперь поверх шпрот у нас будет морковь вареная, натертая на крупной терке, так же, как и картошка. Морковочка уходит поверх шпрот. И также мы смазываем ее майонезом. А сейчас мы натрем два сырка плавленых. Я их охладила, чтобы они хорошо терлись. Это у нас будет следующий слой. Сырки поверх моркови и майонез. Куда уж нам без майонеза? А теперь три вареных яйца. Один желток я оставлю для украшения. Яйца также натираем на терке. Выкладываем яйца. Подсолить, поперчить и смазать майонезом. Где наш друг майонез? Ох, сколько в новогоднюю ночь будет съедено майонеза. Так, а теперь последний слой у нас сыр твердый, у меня голландский. Я его натру на мелкой терке. Сырок выкладываем поверх салата и майонезом уже не смазываем. Вот такой салат со шпротами у нас получился. Салат шпротинка. Очень вкусный, сытный. Можно украсить так, как вы хотите. Можно хвостиками шпрот украсить. А можно что-нибудь здесь вырезать из яйца и украсить луком. Или петрушечкой, или укропчиком. Вот такой салат.
Я думаю, что он точно так же может украсить ваш праздничный стол. Ну, как? Примерно как конкурент мимозе. Тоже рыба, только вместо консервы здесь шпроты и много сыра. Приятного аппетита!